Вряд ли вы понимаете, доктор Бетругер. Нет, я все прекрасно понимаю. Я отстраняю вас и беру управление на себя до окончания кризиса. Кризиса? Это теперь так называется? Ситуация вышла из-под контроля. Ситуация под полным контролем, Свон. Под моим. А вы с вашим лакеем управляете себе на здоровье ничем. Ясно, Свон? Да, Бетругер. Теперь мне все ясно. Окей, план Б. Альфа. Строительство комплекса, также известного как первая ступень, было начато 29 октября 2095 года и завершено 17 июля 2130 года. На исследовательской станции Альфа впервые увидели свет такие революционные технологии. В лабораторный комплекс Альфа. Строительство комплекса Альфа, также известного как первая ступень, было начато 29 октября 2095 года и завершено 17 июля 2130 года. На научно-исследовательской станции Альфа впервые увидели свет такие революционные технологии, как субатомный фазовый деконструктор, гидрокон и компактор молекулярного топлива. Все эти установки служат основой жизнеобеспечения лаборатории Альфа. Благодаря этим достижениям корпорация UAC смогла построить новый исследовательский комплекс лаборатории Дельта, где сейчас ведутся новейшие исследования и разработки. Значительные капиталовложения и упорный труд позволяют Объединенной аэрокосмической корпорации развиваться дальше и строить светлое будущее для человечества.
останавливайся, приятель. Ты мне ничем не поможешь. Все мертвы. Нас взяли врасплох. Выжи. Из ниоткуда. Еще 2-3 отряда держатся, но все отрезаны друг от друга. Постарайся их отыскать. Доступ запрещен.
что некоторые участки базы зарастают какой-то дрянью. Не знаю, что это такое, но думаю, ничего хорошего. Держи ухо замка. Я не могу получить права администратора. Здесь ничего нельзя сделать. Придется искать другой терминал. Все, пошли. Комплекс «Альфа». Строительство комплекса «Альфа», также известного как «Первая ступень». Уильям Бэнкс. Запись от 20 октября 2145 года. До моего сведения дошел факт пропажи значительного количества сотрудников базы. Мой секретариат получил из Дельты 4 таких рапорта только за последнюю неделю. Люди не появлялись на рабочих местах, а когда им звонили домой, никто не отвечал. Секретариат отправил имена этих людей в охрану Марс-Сити. Те пообещали начать расследование. Эти события очень беспокоят меня. Особенно на фоне участившихся случаев шизофрении и прочих психических расстройств. Надеюсь, между массовыми психозами и исчезновением людей нет никакой связи. Директор базы Уильям Бэнкс. Запись от 5 октября 2145 года. Служба жизнеобеспечения довела до моего сведения, что недавние изменения в сети энергоснабжения привели к неполадкам во многих второстепенных системах. Из доклада следует, что причиной тому являются либо периодические отключения электроэнергии, либо низкое напряжение системы.
В нем также говорится, что обеспечивать нормальное распределение энергии становится все сложнее. Благодаря стараниям доктора Бетругера, я заверил начальника службы жизнеобеспечения, что направлю доклад на вышестоящие инстанции. Симмонс, системный администратор. За последние дни было предпринято несколько атак на нашу сеть. Похоже, атаки начались задолго до этого. Но тот, кто это делал, он настоящий профессионал. Он прекрасно умеет заметать следы. Я совершенно случайно заметил какие-то странности в логах. Иначе мы бы и дальше ничего не знали. Хакеры внедрили Трояна в один из запросов суперкомпьютера. И таким образом обманули наш Брандмауэр. К сожалению, из-за установленных в комплексе Дельта правил безопасности, я могу только определить, что Троян пришел оттуда. И все. Я не могу определить ни машину, ни даже лабораторию, из которой он был послан. Могу только сказать, что хакер получил полный доступ к личным данным наших служащих, вплоть до медицинских карт. Моя команда в ближайшие несколько дней будет внимательно следить за сетью. Может быть, нам удастся заметить что-нибудь необычное. Конец записи.